Оно само у меня включается на этом телефоне. Здесь же не поставить это время. А может и поставить, я не ковырялась. Дочищаю. Я вот эти жопки только срезаю, мою. И все. Это какая-то мягкая, не буду ее. Короче. Чтобы тару не марать. Знаете об этом? Пойду быстренько помою. Никуда не уходите. Я сейчас есть буду. Я есть хочу. Трындец полнейший. Вот и все. Чё мараться-то? Чё мараться-то? 10 раз. Тарелки. Правда же? Сейчас быстренько поем. Похлебаем. Чеснок еще валялся тут, блин. Нихера себе, всю банку сожрала, что ли. Нифига не погрелась. Я сейчас как голодная останусь, что ли, блин. Ну все в кучу. Можно яйца пока подавить. Вот этой дрыгалкой. Маленько сорвать, что ли. Вот так сожрать. Вот. Яички. Яички, яички. Кокушки. Кокушки. Что-то многовато, наверное, у меня яйца-то будет. Без картошки. Без картошки. Сейчас погрелась. Вроде бы. Короче, пипец полнейший. Ну, хоть маленько тепленько. Прям очень вкусно. Я все с чесноком херачу. Даже чай, когда с чем-нибудь пью, чесночком прикусываю. Тоже нормально. Извините. Я купила, не купила селедку. Я забыла ее купить. Да, вроде забыла. Погода хорошая. МТМС написала опять. 8-10 мая
очередные пожары. Будьте бдительны. Звоните нам. Понятно, кому звонить. Хотела мангал новый купить, а где его купить? Девятого пожарить шашлыков новых. Нифига себе я поела, да? Быстренько. Был бы хлеб, я бы хлебом замокала. Хлеб-то есть вон он? Но я не хочу с хлебом. Короче. Эти поели. Все, усвистошили гулять. Ладно, хоть поели. А так обычно хрен загонишь, чтобы пожрать. Ни в какую. Кусок и вперед. Как мы же так же, да? Росли. Кусмонище какое-нибудь возьмешь и вперед. Я с редиской добыла. Кожа-то вроде не толстая, такая нормальная. Зубы есть. Сожрем. Красивее так получается. Окрошка. Когда с красной. Я свою натыкала уже редиску. Теплицы. Завтра морковку посажу. Завтра. Грядка отдохнет. Извините. Очень вкусно без картошки. Я не знаю, некоторые, почему без картошки. Но я знаю, что с картошкой. Я всю жизнь с картошкой ела. Но я заметила, когда я ем без картошки, нет такой тяжести. Но все равно жуешь и наесться не можешь. И хоть сколько за разу хлебай. Все равно не наешься. Кисленькую люблю. А так всякую люблю ем. И на классе ем. Редьки если туда. Тоже вкусно получается с редька. Редька, редиска. Ну, что-нибудь такое. Хрен. С хреном, по-моему, что-то тоже у меня папа делал. Раньше не помню, врать не буду. Вроде делал с хреном, вроде нет. Вроде да, делал. Это лишнее оставим. Так, как хорошо получилось. А, еще огурец долбанный. Надо порезать. Тоже потерю. Потерю. На какой его потерим? Какашки мелкие. Не знаю, потолще. Так. Я прошлый раз не терла. А сейчас терю. По-разному всегда делаю. Как угодно душа. Лишь бы вкусно было. Даже? И не пересолить. Майонез когда кто как добавляет? Кто как майонез добавляет? Я знаете, как добавляю? Когда все нарежу. Когда все сделаешь. Короче.
Терка классная. Мощная. На полгода все равно не хватит. Ни терки не держится. Так. Палочку колбаски вот такой. Вот такой. Может, там картошки нет, чтобы жидко не было. Положим колбасы. Я укроп все равно достану. У меня есть мороженое в морозилке. Не было просто. Луку-то свежего, а мороженое это положу я. Туда. Без укропа, потому что крошку нет. Это не то. Зелень всегда должна быть. Петрушка нет. Не очень-то. Ай. Туперну. Говно воняет. Вот, а что я говорила? Про зелень, по-моему. Вот. Туда наложим. Доска согнулась сразу. Видели, сколько получилось? Так. Пойду я это помою быстренько. Я еще не мыла его. Резинка тут долбанная. Сейчас помоем быстренько. Никуда не уходите, я показывать буду дальше. Уперлись уже все. Ничего, уходить еще пока. Я еще не доделала. Доделаю, потом пойдете дальше. Своими делами заниматься. Вот. Хоп. Что-то плохой. Тухлый нам не надо. Извините. Так вот. Опа-на. Ноготь-то бы не отстричь. Вчера только сделала. Да? Сейчас мы это нарежем. Больше всего, по-моему, ничего не надо. Посолить только. Посолим. Посолим. И все. А потом ей дадим настояться. И, короче, будет финиш просто. Космос будет. Ну, куда мне? До некоторых, да? Так. Нормально. Солим. Солим. Так вот. Это уже все нам не надо. Отодвигаем. Берем майонез. Ложку не взяла, зараза. На глаз. Примерно. Баночку. Ложку забыла, подождите. Берем ложку. Обязательно. И вот это мы все балду мешаем. Потому что в сухом виде это лучше размешать, чем в сыром. Поняли? А потом, если кому еще надо, еще добавили. А, это редькой воняло, редиской. Я думаю, пернул тут. А это перданул кто-то. Можно салатиком поесть. Тоже вкусненько. Теперь погнали. Разводить. Смотри, как прекрасно. Да? Половинку можно оставить. Бабушке завтра купить. Она любит ее. Фигню эту.
разбить. Вот смотрите. Весь майонез он размешался. Видите, как пенится. Как будто пронесло. Немного непросроченное. А до какого? Что я сомневаюсь. А где дата-то? Дату я вижу. А когда кончится-то? Ладно. Надежда умирает последней. Так сойдет. Всем приятного пожрать. Будьте добрее.